Сколько корова дает молока? На этой ферме подобный вопрос не стоит. Местных буренок выращивают на мясо. Редкое направление животноводства для нашего региона. Зампред Светлана Давлетова посетила предприятие «Ильинское агро». Этот инвестпроект по выращиванию крупного рогатого скота и производству высококачественной говядины реализуется с 2012 года. Сейчас в хозяйстве порядка 1500 коров и быков. С мая по ноябрь животные пасутся в поле, нажевывают килограммы. Пастбище у нас долголетнее культурное. Это голландская смесь, пятитравья, которая позволяет нам как пасти на этих пастбищах животных, так и в год иметь 3-4 или даже 5 укосов. Зимой животные содержатся на зимней площадке, которая представляет собой загоны и кормовой стол. Предприятие специализируется на выращивании двух пород – абердин ангус и герифорд. Сейчас фермеры на первой ступеньке мясного животноводства. Это так называемая система корова-теленок. Телочек, которые рождаются, оставляют здесь, на воспроизводство. Небольшое количество идет на продажу. Бычков покупает крупная компания, которая осуществляет доращивание и финишный откорм – бой и переработку. Как только мы нарастим наше маточное поголовье, мы сможем уже создать свою откормочную площадку, фидлот, как ее называют, для того, чтобы уже здесь, на территории Ивановской области, была откормочная площадка, бойня и переработка. Для этого самая основная задача – нарастить маточное поголовье, чтобы был свой молодняк, свои бычки для дальнейшей их переработки и реализации. С увеличением поголовья стада возрастут и шансы на поддержку со стороны властей федеральных. Попробовать профинансировать это предприятие по направлению субсидирования, по закупке именно племенного скота. Но для этого нам необходимо выйти на объем более 2000 коров, чтобы из федерального бюджета мы могли получить соответствующее финансирование. Проект этот можно назвать амбициозным. До 2020 года запланировано не просто создание агропромышленного кластера полного цикла по производству качественной говядины, но и создание центров генетики. Елена Белова, РТВ Иваново, Ильинский район.